Уже четверть века Воденцова творит, живет и процветает театр Натальи Бондаревой. За это время здесь собралась команда профессиональных актеров и преданных зрителей. Люди с удовольствием ходят на спектакли и с нетерпением ждут новых премьер в репертуаре. Театр – это такой организм, который, если он создается, если люди собираются по своему духу, по своему мышлению – действительно единомышленники, то, конечно, вся творческая работа, ее сделать очень легко. Когда ты делаешь посыл, когда ты говоришь, что хотелось бы и какие акценты ты хочешь сделать, да, какой результат ты хочешь от своей работы, и когда люди сразу это понимают, конечно, это очень дорогого стоит. Космических путешествий без приключений не бывает. Вот в чем заключается главная идея веселого спектакля под названием «Приключения телескопчика». Ребята даже не заметили, как за одну секунду оказались в атмосфере сказки и волшебства. В этот раз представление показывали для детей из малообеспеченных семей. Актеры были особенно воодушевлены и поставили перед собой цель максимально передать зрителю хорошее настроение и доброе отношение к миру. В камерной обстановке гостей приветствовали с открытыми объятиями и добрыми улыбками. Она необыкновенный человек, талантливый, щедрый душой, и тонкие ее спектакли, постановки, концерты – это не просто зрелище, это высоконравственные произведения художественные. Они несут позитив, они дарят нам добро, мир, учат наших детей быть добрыми, отзывчивыми. То, что нам сейчас очень не хватает. Любознательный телескопчик совершил вынужденную посадку на планету Земля. Это самая красивая планета во всей галактике. Но в последнее время она начала тускнеть из-за горя, зла и зависти среди ее жителей. К такому выводу пришел главный герой. Чтобы срочно исправить ситуацию, телескопчик вместе со своим веселым другом Карлсоном отправляется в невероятное космическое путешествие, заправившись сладким топливом. Печенье! Ну да, полагается, любая сказка имеет счастливый конец. Теплая атмосфера, необыкновенные декорации, яркие костюмы и красочные герои. Все это произвело огромное впечатление на детей и их родителей. После представления довольные зрители еще долго хлопали актерскому составу. Екатерина Старосветская, Анна Перевёрткина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».